Добрый вечер. Спасибо, что не сбежали в перерыве. Я буду, как вы уже поняли, рассказывать про гомеопатию. И мне немножечко нужно понимать, но про гомеопатию существует огромное количество лекций. Я в конце назову несколько, которые, на мой взгляд, стоит обязательно посмотреть в интернете и посоветую книжки, которые нужно почитать, потому что в мою лекцию абсолютно нереально было впихнуть всю важную интересную информацию. Чтобы мне немножко подстраиваться под вас по ходу рассказа, я бы хотел понять там соотношение примерно. Здесь большинство гуманитарий или есть гуманитариев много, нет? Нет, я на самом деле не гуманитарий, я просто так руку поднял. А естественники? Мне будет все, я понял, я немножко скорректируюсь. И врачи или студенты меда? Отлично, вот это вот теперь я правдиво поднял руку, я тоже заканчивал Казанский медуниверситет. Так, ну, если я правильно понял, предыдущую лекцию рассказывалось про построение социальных конструктов, и я, наверное, так получается, один из авторов социального конструкта, который довольно много возник, можно сказать, довольно много обсуждался 6 февраля этого года, группа экспертов, который называется «Комиссия Российской академии наук по лженауке и фальсификации научных исследований», в которой имел честь работать, выпустил меморандум, который называется «Лженаучность и гомеопатия». Вот, я думаю, что вы многие об этом слышали, это очень много обсуждалось в прессе и в медиа. Мы сейчас, наверное, получили порядка 4000 публикаций в федеральной прессе. Как вишенка на торте, на той неделе вышла публикация в Nature, где нас упомянули там как одно из самых важных научных событий недели в мире. И в связи с этим мы слышали очень много теорий заговоров, да, уже по поводу этого меморандума. То есть нам рассказывали с одной стороны, что гомеопаты говорили, что мы работаем на бигфарму, и нас подкупили производители орбидола, чтобы перераспределить долю рынка. А абсолютно меняемый человек, работающий в фармкомпании, сказал, что нас подкупили гомеопаты, чтобы про них наконец писала пресса. А либеральная интеллигенция сказали, что мы куплены Кремлем, иначе не может быть, чтобы Киселев и Малышева нас поддержали по центральному телевидению. А люди, которые относятся к противоположному политическому крылу, сказали, что мы проект там Навального, Госдепа и вообще готовим оранжевый, отрабатываем зомбирующие технологии на людях, вот на гомеопатии как раз. Вот, почему здесь, но теории заговора не возникают вокруг того, что неважно, да, почему здесь столько разговоров. Мы немножко не осознаем это, но все, что касается медицины, это, наверное, самая важная часть нашей жизни. Я готов поспорить, говоря, что там профессия врача, она, наверное, важнейшая, да, но задумайтесь, что от рождения большинство из нас, кому повезло, рождается в роддоме и до смерти, в общем-то, на тот свет нас часто провожают тоже специалисты этой профессии. Я немножко готов взять на себя смелость и заявить, что там древнейшая профессия, это не то, что вы думаете обычно, когда слышите это словосочетание, а профессия врача. За это есть много данных, то есть я могу даже, наверное, сделать небольшую отсылку к нашим сородичам, да, то есть вот эта процедура груминга, которая получила социальное значение у приматов, как вы знаете, это медицинская. Исходно, можно, это в некоторой степени спекуляция, да, но предположительно исходно медицинская процедура. И там то не только социальный момент есть, но там есть момент реального удаления паразитов в процедуре груминга. И, собственно, вот врач, да, принадлежащий к другому виду, это абсолютно серьезно, сейчас я покажу видео, то есть капуцины очень разумные, очень социальные животные, они обмазывают себя луком, чесноком, всем вонючим, что они найдут, для того, чтобы отпугнуть паразитов. Есть участки тела, куда сложно добраться, и, значит, есть капуцины, которые с энтузиазмом лечат других. Вот он сам себя обмазывает луком здесь. И вот все. Не всюду можешь дотянуться. А вот врач и пациент. Вот медицинская процедура начинается. Вот, но понятно, что, к сожалению, важное, может быть, это не очевидно, да, это очевидно, наверное, для коллег-врачей скорее, что на мой взгляд, история медицины – это история человеческой медицины, скажем, да, это история поиска причинно-следственных связей. Если
для связи между вонючим луком и меньшим количеством паразитов, очевидно, даже для капуцинов, судя по всему, то более сложное вмешательство. Нам, человеку всегда за время истории человеческой было сложно сказать, что... что на что влияет, да, поэтому многие годы, даже, можно сказать, тысячелетия, лечение строилось на основе абсолютно абстрактных теорий. То есть наверняка все слышали про гуморальную теорию, которая возникла еще во времена Гиппократа, о том, что есть четыре жидкости, флегма, кровь, желтая желчь, черная желчь, да, из них две не существуют. Черная желчь и флегма в том смысле, вот не то, что мы сейчас называем флегма, а в том смысле флегма, да, не существует. Однако на основе этой теории очень много разных методов лечения использовалось буквально столетия, да, вот трепанация, настой из улиток использовался от кашля, это мумия и всякие настойки из мумии там очень дорого стоили, это медовый человек, у меня не хватит времени рассказать, что это такое, да. Погуглите в интернете, медовый труп я предлагаю поискать в Википедии, это жутко, это очень... Якобы это было самое дорогое лекарство в Китае до 16 века, то есть не в какой-то глубокой древности. Вот одно из самых известных лечений, оно буквально столетие использовалось, это кровопускание. Я думаю, многие про это слышали. Суть в том, что вот, ну, делают надрез, удаляют часть крови, если кровь по гуморальной теории дисбалансирована. Вот это вот, знаете, кто это такое? Это первый президент США Джордж Вашингтон. А здесь он потому, что это человек, которого убили кровопусканием. У него был фарингит, и врачи хотели ему помогать. Естественно, там решили, что дисбаланс крови. Они выпустили пол-литра, не помогло, еще пол-литра. В общем, из него выпустили около 4 литров крови за сутки. Он умер, да, это очевидно. Написали, умер от фарингита. Поскольку президент очень подробно все протоколировался, решили, что мало крови, очевидно, выпустили. Ну вот мы доходим до нашего человека, нашего героя первого, да, довольно прогрессивный, кстати, для своего времени персонаж. Самуэль Ганеман – это тот, кто, собственно, придумал гомеопатию. А он был человеком, у него было медицинское образование, он был человеком образованным, он знал много языков, и он был очень разочарован в тех методах лечения, которые использовались тогда, да, включая кровопускание. И писал по этому поводу, что мы причиняем, мы, врачи, причиняем больше вреда, чем пользы. Он был прав, да? Он поэтому отошел от медицинской практики, стал переводить книги, но ему хотелось все равно открыть что-то великое. И вот его посетила, значит, такая идея. Он принял хинин, это вещество, которое реально лечит от малярии, да? И описал симптомы, похожие на лихорадку, которую хинин лечит. Да, прикол ситуации в том, что симптомы действия хинина, отравления хинина, на самом деле совсем не похожи на симптомы лихорадки. И Ганеман, судя по всему, относился к очень небольшой группе населения, у которых возникает атипичная реакция на хинин. Тем не менее, на основе вот этого наблюдения он решил его обобщить и решить, что, ну, раз вот так, то значит подобное нужно лечить подобным. Он стал экспериментировать с разными веществами, к его чести, надо сказать, он, по-моему, на себе достаточно активно экспериментировал. А поскольку вещества, которые были в его распоряжении, которые использовались, были не самые приятные, да, вот тарантула, это ртуть, очень ядовитая, да, как многие знают, это сифилитический шанкар, это гонококки и так далее. То есть у него по-своему гениальная идея посетила, то, чтобы они не причиняли вреда, их надо разбавлять. И чем больше их разбавлять, тем меньше вреда. Это очень логично, да, потому что ртуть реально ядовитая. И при разбавлении до какого-то момента она перестает быть вредной, даже по его представлению начинает быть полезной. Он это обобщил в другое правило, что чем больше разведения, тем... оно все эффективнее. А надо сказать, что он предлагал как стандартное разведение 30 си. Он не был идиотом, Ганеман. В его время не было представления об элементарных частицах. И число Авогадро придумал не Авогадро, который жил во времена Ганемана, а другой человек в начале 20 века. Там, за это дали, по-моему, в 27-м, что я не помню точно когда, Нобелевскую премию. У меня что со временем? Что у меня со временем? Ну, будем считать, что еще есть. Значит, вот, да, это размер таблетки другого препарата. Там разведение поменьше, 30 си, анаферон, очень популярный препарат отечественного производства. Таблетка должна быть размером от Земли до Солнца, чтобы вы получили. У меня будет мелькать этот момент того, что гомеопатия, очень многие люди почему-то считают, что это не лечение, что это лечение травмами. Нет, это не лечение травмами. То есть вот это я и пытаюсь объяснить, есть такое. А вот это другое, вот это действительно мой герой. А врачи, возможно, знают, кто это.
Это Джеймс Линд. Это человек, который, можно сказать, можно его назвать основоположником другого подхода к разработке лекарственных препаратов. Да, если у Ганемана были какие-то теории абсолютно абстрактные, и на основе них он что-то придумал, то этот человек совершил первое клиническое испытание в истории. То есть есть такая жуткая абсолютно пыла, она сейчас встречается иногда. Болезнь называется цинга. Ей болели все, кто отправлялся в дальние путешествия. Это на корабле, это дефицит витамина С. Витамин С важен для синтеза коллагена. И человек буквально, у него соединительная ткань расползается. Да, это жутко выглядит, люди от этого умирают. Потом, в некоторых войнах в 17-18 веке теряли больше людей от цинги, чем на порядке, чем в боевых действиях. То есть это была огромная проблема. И Линд придумал гениальную вещь. Вместо того, чтобы... у него тоже была абстрактная теория. Он считал, что цингу вызывает гниение организма. Почему-то. Так, гниение он связывал с ощелачиванием. И он решил дать людям разные кислоты. Но он сделал одну гениальную абсолютную вещь. Он разделил матросов на своем корабле. Он был военно-морским врачом. На 4 группы и дал разные типы кислот. То есть одним он дал лимоны, и вы уже понимаете, что это те, кому повезло. Другим он дал сидр. А третьим он дал, я не вспомню, как назывался минерал. Да, это назывался витриоловый эликсир. По сути, это серная кислота, по сути, по большому счету. И уксус. Значит, через очень короткое время он увидел, что это помогло людям, которые ели лимоны. Это немножко помогло, кстати, людям, которые пили сидр, потому что там есть небольшие содержания витамина С, да, поэтому если кто-то когда-то окажется на пиратском корабле, нужно пить сидр, а не рома, это спасет вам жизнь там с большой вероятностью. Он не понял, в чем дело, то есть никогда тогда не было представления о витаминах в принципе, да, там тем более о витамине С. Но тем не менее он сделал правильные выводы и порекомендовал лечение путем кормления лимонами, лаймами и так далее. То есть мораль главная, неважно, как ни дико это звучит, неважно, как действует препарат. Критически важно в современной медицине, действует он или не действует. Любые теории, которые за этим, по большому счету, второстепенные. Хотя я сейчас говорю крамольные вещи. Да? И вот, значит, то, что называется, это было первое клиническое испытание. Сейчас они делаются немного по-другому. Я буду упрощать, но я постараюсь рассказать о самых важных принципах. Людей надо, если у вас есть что-то, про что вы считаете, что оно действует, людей надо разделить на две группы. То есть, назовем его, я не знаю, гомеопатический йод. Одним надо давать гомеопатический йод, вторым не надо давать гомеопатический йод. И потом нужно сравнить эти две группы. Можно ли ничего не давать второй группе? Нет, нельзя. Да? Для этого целый ряд причин есть. Во-первых, они разбегутся. То есть это абсолютно серьезно, там называется drop-out rate. Да? То есть они выйдут из исследований, потому что они больные люди, они хотят, чтобы их лечили, они не хотят болеть, умирать и так далее. И с этим связана, кстати, огромная этическая проблема, по которой, если я успею, скажу чуть позже. Второе, они будут втихую лечиться по этой же причине у другого врача, пить другие препараты, которые повлияют на ваш результат. И есть еще такой эффект плацебо, про который я обязательно скажу потом, потому что про него очень любят говорить люди, которые не понимают, что это такое. Это очень важная концепция, на самом деле, в истории с гомеопатией. Значит, да, поэтому этим людям мы даем плацебо. Плацебо – это все, что угодно, что похоже на реальное медицинское вмешательство, но им не является. Таблетка, в которой ничего нет. Операция, реально делают такие операции, то есть человека разрезают под наркозом, разрезают и зашивают. Как будто с ним что-то сделали. На самом деле с ним ничего не сделали. И потом, то есть это хирургическое плацебо, это используется. Лечение всякими приборами. Да, действительно сажают человека и не включают вилку в розетку, да, и водят. Там лампочка горит, жужжит что-нибудь, он думает, что его лечат. Вот. Плацебо, понятно, что плацебо решает кучу проблем. Да, получается, люди не выходят из исследований, не принимают другие препараты. Никто не знает, что конкретно принимает этот человек. Там есть еще пару концепций, про которые я скажу чуть позже. Теперь смотрите, эффект плацебо. Значит, здесь это действительно очень-очень важная концепция, про которую сложно огромное количество мифов. Есть даже такой распространенный, чего привязались к гомеопатии, она же лечит через эффект плацебо. Что такое эффект плацебо? Сейчас этот эффект достаточно изученный.
мы в целом понимаем, как он работает. К сожалению, чудес нет. Там нет чуда, там мозг связан с телом, силой мысли, он излечивает, отращивает конечности. Нет, ничего этого не происходит. Оно объективно влияет на субъективные симптомы, да, такие как боль, тошнота, головокружение. Раз. Два. Ну, вообще принято говорить в контексте... Есть такой контекстно обусловленный эффект, да, термин? То есть любое медицинское вмешательство имеет два компонента. Первое – лекарство там, или операция само. Второе – то, что происходит вокруг этого, потому что у человека есть некоторые ожидания, некоторые представления. Например, показана зависимость эффективности воздействия от цены лекарства, да, скажем, от цены плацебо. То есть плацебо за $10 за таблетку и плацебо за доллар за таблетку действуют по-разному. Понятно, то, которое дороже, гораздо эффективнее. Есть зависимость от бренда, и это показано, то есть были исследования. Если вы видите рекламу, и вам дают таблетку из упаковки, даже если это плацебо разрекламированное, она будет эффективнее. Есть огромная зависимость, есть небольшая, но статистически достоверная зависимость от качества контакта с врачом. То есть насколько врач доброжелателен, любезен, сколько он провел с вами времени. И это влияет в небольшой степени. И, кстати, это одна из причин, по которой люди любят врачей-гомеопатов. Да? Потому что если вы приходите на прием к гомеопатам, с вами поговорят, повозятся, расспросят там, о всех ваших болячках и так далее. Если вы придете в поликлинику, и вас часто бывает так, что если вас не послали, да, подальше вам повезло. Это нечто абсолютно реальное, да, которое нужно учитывать, и это может быть то, чему врачам стоит, то единственное, чему врачам стоит у гомеопатов и других альтернативщиков поучиться. Да, предыдущий опыт, условные рефлексы. Ваши ожидания, если вам давали обезболивающее, а потом говорят, что это тоже обезболивающее, но дают плацебо, вы испытываете облегчение, те же ощущения, которые вы испытали в тот раз, это даже на крысах работает. То есть им делают инъекцию скополамина, у них есть асимптоматика, а через какое-то время им делают инъекцию физраствора, и они вот все это воспроизводят. Эти исследования тоже можно гуглить, это все есть в интернете, пожалуйста. А про это скачивайте меморандум, то есть там плацебо посвящено отдельное приложение, там есть ссылки на все исследования. Все, что сейчас я говорю, можно скачать меморандум и пройти по ссылочкам, особенно врачам, это будет интересно почитать более подробно. Регрессия к среднему, да, чтобы далеко не уходить, это когда, ну, когда вы начинаете кого-то лечить, часто течение болезни волнообразное, вы начинаете кого-то лечить, когда у него максимальное проявление симптомов, то есть в наихудшей ситуации, а не в средней. Естественно, через какое-то время эта симптоматика будет регрессировать к среднему состоянию, вне зависимости от того, вообще вы делали что-то или нет, это норма. И это значительная часть того, что выдавали за эффект плацебо. Значит, к сожалению, для лечения использовать нельзя. Да? То есть нельзя лечить плацебо. Это не, во-первых, это только субъективные симптомы. Спасибо. Второй эффект обезболивающий наиболее выражен плацебо. Но это 1/3, вы замеряли, это 1/3 таблетки ибупрофена. Это, даже этого недостаточно, чтобы использовать плацебо для лечения. Во-вторых, есть эффект ноцебо. Это то же самое, но наоборот. Это когда вам дают пустышку, от которой вы ждете чего-то плохого, и вам таки плохо. Это обратный эффект. Он есть, это небезопасно. А у людей были ломки, симптомы отмены ни на чем, да, потому что они когда-то в прошлом сталкивались с морфиновой ломкой, пожалуйста. То есть подробнее про это тоже можно почитать в меморандуме. Во-вторых, это принцип информированного согласия. Неэтично обманывать пациентов, точка. Сейчас считается, что людей нужно лечить в соответствии с принципом информированного согласия. Нельзя людям врать даже во благо. И гомеопатия в этом, ну и плацебо, скажем, лечение плацебо, это в некотором смысле нарушение этих принципов. Значит, ну, пара важных моментов, которые тоже желательно понимать. Да? Когда мы делим людей на две группы, нельзя, чтобы врач ходил и говорил, ты будешь пить плацебо, ты будешь пить гомеопатический йод, потому что, ну, во-первых, врач, ну, нет, давайте начнем так. Врач тоже человек, ему больше хочется лечить тех, кто более болен, да, значит, картина будет другая. Во-вторых, здесь есть такой момент, что врач может пытаться сфальсифицировать результаты исследования, это, к сожалению, тоже бывает. Поэтому вообще это делает компьютерная программа, она случайно распределяет людей по двум группам. Ослепление.
никто не должен понимать на самом деле, кто что принимает. То есть плацебо лекарство должно выглядеть одинаково, иметь одинаковый вкус. Потому что вот одиночное ослепление, да, вот картинка вот эта вот. Это под, когда пациент не знает, что он пьет, потому что если он знает, что это плацебо, он будет, конечно, он будет жаловаться, что ему плохо, да, потому что ему не дают настоящее лекарство. На самом деле стандартом является двойное ослепление, когда врач не знает, что принимает пациент, то есть, с кем он в данный момент разговаривает, он принимает либо плацебо, либо нет. То есть для этого есть специальные процедуры, это единственный разумный подход на самом деле. И я не могу говорить про это подробно, но если вы будете копать, и особенно там студенты мединститута, которые, так понял, здесь есть, очень, очень важная концепция, это одно исследование, это недостаточно. Да, вы найдете, если вы начнете искать в PubMed, вы найдете исследование про все вообще, которое подтверждает все. Да, то есть на любой случай жизни вы найдете несколько штук. Для этого, для того, чтобы пойти, значит, эту проблему, придуман такой подход, я не буду удаляться, да, глубоко. Но, в общем, вы берете все исследования, которые есть на эту тему, и делаете некий общий вывод на основе этого. Да, вы решаете кучу проблем. Во-первых, есть такой публикационный байс, да, публикационные искажения. То есть на самом деле, если вы делаете исследование, у вас что-то получилось, вас опубликуют с вероятностью 100%. Если вы делаете исследование и результат ноль, вы, скорее всего, его не будете публиковать, потому что все хотят быть героями, все хотят что-то открывать. Это огромная проблема. Если я успею, я скажу в конце два слова, из-за этого вообще все. Все, что не так, из-за этого, потому что все... Ладно, потом. Во-вторых, многие исследования финансируются фармкомпаниями, это нужно понимать. И нужно исключать конфликт интересов, который может присутствовать у исследователя, делать на него поправку. Во-вторых, статистический момент, да, наверняка многие слышали вот это вот, π равно 0,05, да, там для исследований. Это, по сути, говорит о том, что это 5% вероятность того, что лекарство считается, что оно действует, но на самом деле эффекта нет. 5% вероятность, да, то есть на 20 исследований будет одно, может быть так на самом деле, что будет одно с неправильным результатом. Поэтому массив, здесь важно иметь массив работ. И вот примеры, да, на самом деле, почему это важно, почему никогда нельзя выбирать и рекомендовать какое-то лечение на основе неких рассуждений, абстрактных даже в наше время, когда мы хорошо знаем, как устроено тело человека, как оно работает. Это примеры очень логичных способов лечения, которые были опровергнуты рандомизированными клиническими исследованиями. Рандомизированные – это как раз вот то, что мы говорили, клинические исследования с рандомизацией. Трансплантация клеток при болезни Паркинсона. Я не буду подробно, там сидит Саша, который читает замечательные лекции по неврологии. Наверное, он когда-нибудь сделает на курилке отдельную лекцию про эту болезнь. Там можно много всего показать, там интересно. Но я только скажу, что пытались лечить очень логично, подсаживать субстанцию нигра, да, где как раз недостаточность клетки, которые вроде допамин должны вырабатывать. Все вот в теории здорово, на практике нет, не работает. Много лет людям ковыряли голову напрасно, им это нифига не помогает. Второе, прием антиоксидантов. В том числе антиоксидантами являются витамины А, С, Е. Мы все знаем, что был такой Лайнус Полинг, и он говорил, что надо пить витамин С, он лечит от всех болезней и продлевает вашу жизнь. Ожидаемо пить витамин С? Ожидаемо. На самом деле нет. Длительное испытание показало, что прием антиоксидантов, включая названные мной витамины, укорачивает жизнь. Во всех аптеках без рецепта. Полная мастектомия, удаление груди либо частично, либо целиком. Да? Логично, рак надо удалять все, но для женщины это важно. Оказывается, что при раке первой, второй стадии без разницы, то есть органосберегающие операции на ранних стадиях имеют смысл, хотя логично, что вот, если рассуждать, то нет. Это вот из моей давней практики. Нормальный гликированный гемоглобин меньше 6%, это про диабетиков. Лечили, целились в 7-7,9%, потом кто-то сказал, ну это же неправильно, давайте им делать нормальный гликированный гемоглобин. И стали пытаться там ориентировать эндокринологов на этот подход. Нет, длительные испытания, клинически рандомизированные с двойным ослеплением показали, что это сокращает продолжительность жизни, причем настолько сильно, что испытание даже было не завершено.
То есть это был очень яркий эффект. Да, хотя по логике нормальный гликированный гемоглобин же должен быть. Нельзя теоретизировать, да, это всегда должны быть доказательства, должно быть что-то, что вы потрогаете. Ну и 6 не гомеопатии, поскольку мое время заканчивает. Это не лечение травами. То есть траву можно использовать для вот как эту вот субстанцию, но вы ее разводите до такого состояния, что там ничего не остается. Она не соответствует законам физики, химии и биологии. То есть, например, чтобы принять, что гомеопатия действует, нужно отбросить все, что мы сейчас знаем о мире. Потому что нет там вещества. Не имеет доказательств клинической эффективности. Вот таких исследований про гомеопатию, да, вот таких, про которые мы говорили, их было безумное количество. Их нет. Есть единичные работы, которые вроде бы что-то показывали. Мы их разобрали в одном приложении номер 5 к меморандуму. Я не имею возможности времени рассказать подробно. Скачайте, почитайте. Подробно говорили по плацебо, не буду повторять. Не является безопасной. К сожалению, про это сейчас я скажу в финале. Не является этичной, я уже объяснил почему. Про безопасность. Вот самый главный вопрос. Может и фиг с ним, да, потому что плют там людям помогает и так далее. Как они говорят, про это мы тоже не успели поговорить. Нет, не может. Это тема недавно прошедшей Московской международной гомеопатической конференции. Да? То есть говорят, что вроде гомеопаты понимают, когда они сами там будут сахарные шарики свои давать, когда к нормальному врачу пошлют. Вот тема меланома. Пожалуйста, да, смертельное онкологическое заболевание гомеопатии предлагается лечить. Нарушение сердечного ритма. И там все дальше в таком духе. Венерические инфекции. А это чуть-чуть сколько влезло, просто закупки за этот год, за бюджет, за наши с вами деньги гомеопатических средств. Да? То есть это как будто, я думаю, что последние два слайда в какой-то степени отвечают на вопрос, почему мы написали этот меморандум. Я уверен, что мое время закончилось. Спасибо большое. Наверное, есть время ответить на вопросы.